Невада – округ в северной части штата Калифорния, расположенный в горах Сьерра-Невада. Население округа, по данным переписи 2000 года, составляет 92 033 человека, окружной центр – город Невада-Сити. История: округ Невада образован в 1851 году из части территории округа Юба. Свое название округ получил в честь города Невада-Сити, который был назван в честь гор Сьерра-Невада. Слово «Невада» переводится с испанского языка как «снежный» или «покрытый снегом». География: общая площадь округа равняется 2522,6 квадратного километра, из которых 2480 квадратных километров составляет суша и 44 квадратных километра – вода. На севере Невада граничит с округом Сьерра, на востоке – с округом Ашоу соседнего штата Невада, на юге – с Плейсером, на западе – с округом Юба. Города в округе расположено три города – Грассесвалли, Невада-Сити, траки автодороги федерального и регионального значения.